152-миллиметровая пушка-гаубица Д20, разработанная в 1947 году, принята на вооружение в 1954 году. Расчет 8 человек. Скорострельность 5-6 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 17410 метров. Максимальная дальность 24 тысячи метров. Модификация орудия под индексом Д22 была использована для самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация». Помимо Советского Союза, производилась по лицензии в Китайской Народной Республике с индексом тип 66. Остается на вооружении как минимум 13 стран мира. Применялась во многих вооруженных конфликтах. Индекс НАТО М1955.